Здравствуйте, мои необыкновенные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим его резкое решение по поводу вас. Мужчина тут собрался с вами строить семью, жениться на вас, создавать отношения, в которых он будет, знаете, как защитником. Здесь мужчина говорит, что я не потерплю, иначе не рассматриваю наши отношения иначе, если ты не будешь моей женой в будущем. Он намерен, и он понимает, что да, это займет длительный период времени однозначно. То есть это он все понимает, но он готов либо же развивать ваши отношения. Посмотрите, говорю, развивать, и выходит тройка жезлов однозначно, идти с вами в новые трансформационные отношения, в которых убирается отдаление друг от друга. И идет действие со стороны мужчины на построение отношений. Ну что же, ставьте лайк, пишите «принимаю, благодарю» и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.